мне нужно добраться до Шатунов, до Коленвала, а для этого мне нужно снять поддон. Чтобы снять поддон, нужно открутить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, короче говоря, 16 болтов. Вот, чтобы их открутить, здесь вот два болта, даже три, нет, два, один, два, находится, мешает им вот этот кожух, который закрывает зубчатый венец. Он немножко грязный, я его подковырял, и вот здесь вот должно быть три болтика на 10. Одного вот я вижу нету. Два, три, два на месте. Для этого я что сделал? Я очистил и приготовил из маленького набора такой вот ключ, головку на 10, шестигранную именно, чтобы не сорвать ее. Оп! Так вот откручиваем. Вторая тоже пошла от руки. Второй болт, я имею в виду. Так. Ну и саму крышку эту. Вот так вот. Я еще почему снимаю? Видите? Зубчатый венец полностью сухой. А коробка, вот она вся в масле. То есть я так думаю, что здесь вот пробка, вот из этой пробки подтекает. А сальник целый. Ну, все. Еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Точно, 16 болтиков на 10. Сейчас мне нужно будет их открутить, подковырнуть чем-то под дом, потому что, скорее всего, на герметике, раз его разбирали. Ну и снять. Приступаем к непосредственному снятию поддона. Я вот таким вот большим воротком попытаюсь сейчас, не попытаюсь, а сорву болты, чтобы потом легко открутить их даже шуруповертом. Здесь вот местами грязь собралась. Естественно, почищать надо, потому что просто головка не станет на болтик. Для ускорения процесса я использую вот такой шуруповерт. Уже показывал его. Все болты открутил. Остались на местах кое-где шайбочки. Вот видите? Вот. Сейчас я их буду сдергивать. Желательно их не потерять. Поэтому я буду пользоваться такой вот типа отверткой. Раз. Хоп. Следующий. Они не выпали, потому что кто-то их на герметик присобачил. Зачем, непонятно. Ну и так далее. Шайбочки я снял, вот, и сейчас мне предстоит отдирать вот этот поддон. Так, здесь должна быть прокладка, вот, отдирать мне его, если получится, ага, придется сюда вбивать типа что-то острого, ножик, например, ну, потому что по отвертке же не будешь колотить, да, она и толстая, хотя бы чуть-чуть приподнять ее. Угу. Вот видно, как, видите, поддон маленько отходит. Но этого мало, надо везде постараться. Вот уже он почти оторвался. Вот он наш поддончик, вот низ двигателя, поддон вытаскиваем, смотрим, здесь остатки масла, которые не слились, видите, сколько не сливается масла, когда замену масла производите, видите, сколько там масла еще остается, то есть у вас всегда
старое масло смешивается с новым. Надо более тщательно выбирать.